О, нашел своего Сатурн. 6 мая 2019 года. Харьков, 3.59 по Киеву. Да, почти удается сфокусироваться. До Сатурна сейчас 1 миллиард 400 миллионов километров. Да, дымка какая-то есть, и все-таки не дает фокус фотоаппарату поймать. Кольца видно довольно четко. Да, ветерок поднимается, уже колебания пошли. Ладно, попробуем сейчас Юпитер. Заодно поймать. В кадр-то мы его поймаем. А вот наведем ли на резкость, это вопрос. Сейчас как раз Юпитер в таком положении, что 4 галилеевых спутника, из 4 галилеевых спутников видно только 3, а Ио спрятался как раз за, убил, как раз за Юпитером. Не туда ты фокусируешься. Вон уже спутники видно. Так что-то я Каллисто не вижу, справа должен быть Каллисто. Так, ну вот это левее Юпитера идет Европа, спутник, потом идет Ганимед, да еще ничего видно, надежно шкалисто. Ну и вот сейчас аккурат. Нет. Кончилось кохание. Бедная автофокусировка.
прям слышно, как поршнями работает. Не, одежка листа должен быть. Не хочет. Ага. Странно, он уже вижу, даже сейчас, Европу. А, вон, что-то поблескивает справа, все. Я спокоен, ничего никуда не делать. Просто Калиста намного хуже видно. Ладно, будем смотреть тогда. На Ганимеда, на Европу. Да, предрассветный уже ветерочек начинает колыхать всю нашу камеру с треногой. 6 мая 2019 год. Харьков. 4.06 по Киеву, то бишь 50-я параллель северной широты. Пора вставать на работу.